12 июня из Магадана начал движение автопробег «Крестный ход. Большая Россия. Державный покров». В минувшие выходные его участники добрались до Чебоксар. 5500 километров уже позади, впереди еще дорога до Крыма, а потом обратный путь. В путешествии по стране для Александра самым сложным испытанием оказались дороги. Дорога. Это вот самая дорога плохая у нас идет от Магадана. Ну, там я два колеса пробил. Дорогу и другие испытания пути участникам, как они сами говорят, помогает преодолевать Богоматерь. По стране они едут с иконой Казанской Божьей Матери и Державный Покров. Сам образ, этот казанский образ Божьей Матери, он всегда сопровождал наше воинство. Он всегда покрывал нашу державу российскую. И именно с этим образом воины наши шли освобождать нашу родину. Сейчас в мире непростая политическая ситуация. Организаторы надеются, что автопробег с этой иконой будет способствовать сохранению народного единства. Параллельно идет сбор гуманитарной помощи Донецкой и Луганской народным республикам. Ольга Пырочкина, Игорь Зверев, Республика.